Качество продукции – особое внимание. С таким девизом хлебопекарня «Восход» работает с 2013 года. Именно тогда была восстановлена заброшенная хлебопекарня в станице Гастагаевской, и с тех пор предприятие уверенно развивается. На сегодняшний день хлебопекарня «Восход» – это современное, технически оснащенное предприятие, которое выпускает более 25 видов хлеба и большой выбор кондитерских изделий. В производстве всей продукции используется только натуральное сырье. Хлеб ржаной стал визитной карточкой хлебопекарни. Мягкий вкус ему придают солод и грамотно подобранные пряности. Эксклюзивной разработкой является рецептура хлеба 8 зерен, в котором содержится 7 льна и еще 7 злаков, полезных для здоровья. Полюбились покупателям и кондитерские изделия, торты «Наполеон» и «Кокосовый», рулеты со всевозможными начинками, печенье «Рафаэлло». Все большей популярностью пользуются эклеры с кремом, круассаны и шоколадный торт с бананами. Продукцию уже узнали и полюбили многие анапчане благодаря высокому качеству изделий и неповторимому домашнему вкусу. Хлеб для всей семьи вы можете приобрести по адресу: станица Гастагаевская, улица Первомайская, 56А. Круглосуточно принимаются заявки на выпечку и доставку изделий хлебопекарни «Восход» по Анапе и Анапскому району. А также приглашаются к сотрудничеству санатории, гостиницы и магазины. Телефон для более подробной информации 8 988 351 78 89.